Новый тротуар сделали на улице Горловской. По обращению нижегородцев подрядчик сделал все, что было необходимо. Напротив тротуара оборудовал парковочные карманы, а на месте крутого уклона построил лестницу с пандусом. Местные жители рассказали, что тротуара здесь давно не хватало. Рядом школа, отделение банка, продуктовые магазины. Подрядчик дополнительно заасфальтировал сам проезд и оборудовал парковочные места для автомобилей. Общая площадь работ составила 1000 квадратных метров.